Жидкие порошкообразные вещества в различных канистрах, банках и бутылках. На месте запах химии пластмассовые емкости раскиданы в радиусе нескольких десятков метров. Об этой стихийной свалке на территории одного из сельских поселений Комсомольского района стало известно в конце сентября. Данный факт был выявлен главой администрации данного сельского поселения. Сообщено в правоохранительный орган. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что химические вещества принадлежали одному из образовательных учреждений Республики Мариэл. Отходы она передала другой компании, та должна была утилизировать ее в Москве. Однако до столицы груз не доехал. В произошедшей ситуации разбирался участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Комсомольский» Алексей Егоров. В ходе проведенных мероприятий установлено, что груз, полученный компанией-исполнителем при транспортировке транзитом через Чувашскую республику, несанкционированно был выброшен на территории окраины деревни Тябрдина от Кирилла. Сейчас надзорные органы проводят необходимые проверки. Полицейские выясняют причину, по которой водитель упомянутой организации решил оставить отходы в Комсомольском районе. Саму стихийную свалку удалось успешно ликвидировать. Полицейские связались с организацией, в которой работал горе-шофер, та направила в Комсомольский район уже других людей, которые подошли к работе более ответственно. За короткое время они погрузили все химические вещества и увезли для дальнейшей утилизации.